кто такой Александр Ройтбурт, в пределах нашего города объяснять не надо. В прошлом организатор и основатель, ныне уже 10 лет живущий и работающий в столице художник, прочно вошедший в историю украинского современного искусства и прочно удерживающий позицию одного из самых номинированных, востребованных художников, более того, влиятельного. Но родной город художник не забывает. И вот в пятницу, 10 декабря, в новой галерее «Худпрома» состоялась его лекция. Ее название было «Современное украинское искусство. Генеалогия», в которой Александр Ройтбурт отслеживал истоки возникновения и передачи навыков, стилистики и даже специфического мироотношения, определяющего употребление термина «авангардное», «футуристское» и «современное искусство». О новейшем искусстве по отношению к украинскому искусству речи не было. Выработав собственный стиль и стилистику, сюжетность полотен, художник опознаваем тотчас, а используя сугубо одесские мотивы в своем творчестве, продолжает постмодернистский стёб в отношении нашей такой реальности. Очевидно, защищаясь от нее, загораживаясь, уходя в прошлое, но фигура Ройтбурта на арт-сцене значима, что художник подтвердил своей лекции, продемонстрировав не только аналитический подход в оценке состояния украинского современного искусства, но и редкое у нас наличие стратегического мышления.